рассматривать узор для туники. Узор несложный, он только тяжелый для руки, потому что здесь столбики с двойным накидом, и припаситесь побольше ниточек. Если столбики с двойным накидом, значит, расход нити будет очень большой. Описание будет находиться в ссылке под видео. Раппорт узора 18 петель на 7 рядов. Для примера нам надо набрать 39 воздушных петель. 39 петель набрала. Держим петельку. 4 воздушные петли подъема. От той петли, которую держали, мы заходим в следующую петлю. Всего мы пропустили 5 воздушных петель. Делаем двойной накид на крючок и вывязываем 7 столбиков с двойным накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь. Вот что у меня получилось. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, делаем двойной накид на крючок, пропускаем 2 петли внизу и вывязываем 13 столбиков с двойным накидом в каждую петлю. Я провязала 13 столбиков с двойным накидом в каждую петлю. Теперь мы вяжем то же самое, что у нас было в начале ряда. 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу, заходим в третью, вывязываем столбик с двумя накидами. 1, 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу, делаем двойной накид на крючок и вывязываем 7 столбиков с двойным накидом в каждую петлю до конца ряда. Я провязала 7 столбиков. И у нас здесь последняя петля, мы провязываем 8 столбик. 8 столбик почему? Потому что у нас впереди в начале было 3 воздушные петли подъема. Он тоже считается столбиком. Первый ряд связан. 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. И теперь нам надо провязать 5 столбиков с двойным накидом, столбик, столбик. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй. 1 столбик. 2. 3. 4. 5. Вот что у меня получилось. 2 воздушные петли. Теперь у нас был 1 столбик с двойным накидом. Нам надо из него провязать 5 столбиков с двойным накидом из одной точки. 1, 2, 3, 4. 5. Мы провязали 5 столбиков с двойным накидом из одного столбика предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Теперь нам надо провязать 9 столбиков в центральной части нашего образца. Для этого нам нужно сделать двойной накид на крючок, пропустить 2 столбика, зайти в третий и провязать 9 столбиков с двойным накидом, столбик в столбик
предыдущего ряда. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По схеме у нас до должно остаться 2 столбика и после. У нас так и получилось. 2 воздушные петли. И теперь вяжем зеркально. Заходим в столбик предыдущего ряда и вывязываем из него 5 столбиков с двойным накидом из одной точки. 3, 4, 5, 2 воздушные петли, 2 столбика, заходим в следующий и вывязываем до конца ряда столбик в столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и в четвертую петлю подъема 6 столбик с двойным накидом. Мы с вами связали 2 ряд. 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Теперь нам надо провязать 3 столбика с двойным накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Работаем с элементом, который у нас был 5 столбиков из одного. Нам надо из первого и из последнего связать точно такой же элемент. 5 столбиков с двойным накидом из одного столбика. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, переходим в 5 столбик и вывязываем точно такой же элемент. 5 столбиков с двойным накидом из одной точки. Вот что у меня получилось. 2 воздушные петли. Переходим в центральный элемент. Теперь нам надо из 9 связать 5. Мы пропускаем 2 столбика с накидом и вывязываем 5 столбиков с двойным накидом в каждую петлю. Каждый столбик. 2, 3, 4, 5. Итак, 2 воздушные петли. Из этого мотива мы вывязываем также из первого и последнего столбика по 5 столбиков из одного столбика самостоятельно. Я провязала 2 элемента из первого и последнего столбика элемента предыдущего ряда. 2 воздушные петли. В конце ряда мы пропускаем 2 столбика и вывязываем 4 столбика с двойным накидом до конца ряда. 1, 2, 3 и четвертую петлю подъема. Мы с вами связали 3 ряд.
4 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, пропускаем первый столбик, мы его не трогаем, заходим во второй, вывязываем 1 столбик с двойным накидом, 2 воздушные. И теперь смотрите, что у нас получается. Нам надо провязать из первого столбика первого мотива и из последнего мотива. И посерединке 1, 2, 3. Точно таких же мотивов. Давайте я вам покажу на этой стороне, а на этой стороне вы свяжете самостоятельно. Делаем двойной накид на крючок и вывязываем 5 столбиков с двойным накидом из одной петли, из первого столбика. 3, 4, 5. Вот так, да? Теперь смотрите, мы заходим между элементами, между двумя элементами и вывязываем элемент из 5 столбиков с двойным накидом из одной точки. 2, 3, 4, 5. Вот так. И теперь из последнего, из 5-го ряда, ой, господи, ряда, из последнего столбика второго мотива. 1, 2, 3, 4, 5. Вот что у нас получилось. 2 воздушные петли. Заходим в центральный элемент. Теперь нам надо из 5 связать 1. Мы заходим в третий посерединке и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли. И теперь мы здесь вяжем точно такой же элемент. Из первого столбика, между и из последнего. Я связала 3 элемента по 5 столбиков. Точно так же, как мы делали в начале. 2 воздушные петли, 2 столбика пропускаем, заходим в третий и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. И второй столбик в четвертую петлю подъема. Мы с вами связали 4-й ряд. 3 воздушные петли. 4 воздушные петли подъема, переворачиваем работу. И у нас теперь, смотрите, у нас такая история начинается. У нас мы из 3 теперь будем вязать 2. Делаем двойной накид на крючок, заходим в первый столбик, вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Делаем двойной накид на крючок, заходим в арочку и вывязываем 2. Столбика с накидом в арочку. Вот что у меня получилось. 2 воздушные петли. И теперь мы работаем вот между элементами с арочками. Заходим в арочку и вывязываем 5 столбиков с двойным накидом. 1, 2, 3. 4, 5. Переходим к следующей арочке. Делаем двойной накид на крючок, заходим между элементами в арочку и вывязываем 5 столбиков с двойным накидом из одной точки. 3, 4, 5. Вот что у меня получилось. 2 воздушные петли.
Теперь смотрите, у нас здесь был один столбик, нам надо связать 5. Мы заходим в арочку, вывязываем 2 столбика, 1, 2. Третий столбик мы вяжем столбик в столбик, вот сюда, 1. И заходим в арочку и вывязываем еще 2 столбика с двойным накидом, 1, 2. Вот как у меня получилось. Теперь, пожалуйста, свяжите вот здесь вот, так же, как мы только что провязали здесь, самостоятельно. Я связала здесь, как здесь, 2 мотива в арочке. Теперь в конце ряда мы делаем 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в арочку и вывязываем 2 столбика с накидом в арочку, 2 столбика с двойным накидом. Вот так. Третий столбик мы вяжем столбик в столбик. И четвертый столбик мы вяжем в четвертую петлю подъема. Мы с вами связали сейчас 5-й ряд. 4 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Из 4 мы вяжем 5. Ну, вот с этими 4 воздушными будет 6. Значит, что мы делаем? Мы вяжем 3 столбика, столбик, столбик. 1, 2, 3. Заходим в арочку и вывязываем еще 2 столбика с двойным накидом. В арочку 1, 2. 2 воздушные петли. Теперь смотрите внимательно. Сейчас я вам покажу, а вот этот второй будете делать сами. Мы заходим между элементами и вывязываем 5 столбиков с двойным накидом из одной точки. 3, 4, 5, 2 воздушные. И теперь вот где было 5 столбиков, так же как и здесь, нам надо связать 9. Как мы это делаем? Мы заходим в арочку 2 столбика с накидом, с двойным накидом. 1, 2. Теперь вот эти все 5 провязываем. 1, 2. Столбик, столбик провязываем. 3, 4, 5. Заходим в арочку и вывязываем еще 2 столбика с накидом. 1 с двойным накидом. 2. 2 воздушные петли. Теперь вот заходим между элементами и вяжем 5 столбиков с двойным накидом из одной точки самостоятельно. Я провязала 5 столбиков из одной точки, 2 воздушные петли. Теперь нам из этих 4 столбиков надо связать 6. Мы заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с двойным накидом из арочки. 1, 2. Теперь входим в столбик, столбик. 1, 2. 3. И в 4-ю петлю подъема 4-й столбик. 1. Мы с вами связали 6-й ряд. Теперь 4 воздушные петли.
И мы вяжем седьмой ряд такой же, как и первый. Нам надо провязать, сделать двойной накид на крючок, провязать 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И заходим в арочку и вывязываем 2 столбика. 1, 2. 2 воздушные петли. Теперь смотрите. Заходим в элемент в третий столбик и вывязываем столбик. 1 столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли. Двойной накид на... Не 2 воздушные. Да, 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в арочку. 2 столбика с двойным накидом. Теперь мы 9 все провязываем. 9 столбиков я провязала. Теперь заходим в арочку. Вывязываем 2 столбика с двойным накидом. И вяжем зеркально 2 воздушные. Заходим в элемент в третий столбик. Столбик с накидом. С двойным накидом. 2 воздушные. Заходим в арочку 2 столбика. С двойным накидом. 1. 2. Теперь мы вывязываем столбик. Столбик 1, 2, 3, 4, 5, и последний мы вяжем в четвертую петлю подъема. Мы с вами связали седьмой ряд. Ниточки прячем. Это у нас лицо. Лицо. Это изнанка.